И наконец-то долгожданный, удивительный цифровой цирк 2. Новая серия, вторая вышла. Поехали смотреть. Давай. Смотри. А чего у него так яйцо? Ну, я думаю, это что-то вспомни, не по-настоящему происходит. А то она доходит? Давай посмотрим. Она доходится, она. А, друзья, кто сильно долго ждал вторую серию, ставим лайк, подписываемся на канал и пишем комментарий. Ну, помню, как всегда так. Ну, помню, глаза по 5 копеек, опять уже в первой серии, что во второй. Ну, что-то происходит, друзья. Тут надо внимательно смотреть. Давай. Видели? Она, это ее рука или это рядом? Я не могу понять. Давай дальше. Это очень ука, интересно. Это ука! Нельзя, смотрите внимательно. Давай, давай, давай. Это ука! Ого, она превращается. Или получается клоун на нее напал, да, ихний друг? Или в нее вселяется. А чё у него как сквозь этого? Ну, я думаю, это клоун в нее вселяется и хочет ее тоже поглотить в тьму свою, да? И смотрите, никто не может ей помочь, никого нету. Вау, смотрите, вокруг клоун смотрит, это его куча глаз. Помни, убегает, да? Ай-яй-яй, все, и он ее поглотил, друзья. Смотри, это ага. Лагата Кейн и Джекс. Да, а давай послушаем, что они говорят. Ага, видите, как бы, что они особо не расстроились, как это сейчас там, как она это видит. Давай дальше. И помню, вообще в тьму уходит. А, видишь, ее поглощает вот этот клоун. Короче, что-то страшное случилось в этой серии, друзья. А смотри, как она смотрит. Угу, кошмар. Жалко, конечно. Ага, и увидел, как полностью превратилась в такого злого. А давай. Ого. А смотрите, друзья, кубики с этого, с радужных друзей. Помните, как собирать их надо? И люстра такая красивая, с кристаллами. Да, ну комната мне нравится ее, очень красивая. Получается, что как бы это ей приснилось, да? Эй, помните, но она сильно устала, друзья. Ну, такие сны не просто так снятся. Давай. Ты еще спишь? Тогда не буду тебе мешать. Вот она. Надеюсь, ты в порядке. Знаешь, рогата с настроением. Пришла проверить, что с ней. Нечто. О, и не переживай насчет того, что ты бросила меня и побежала. Все. Она, получается, или не помнит, да, что непонятно происходит. Выход. Прекрасно могу понять, что ты на тот момент испытывала, поэтому без обид. Без обид. Ага, видите, друзья, что-то все-таки произошло, да, но она не понимает, ну, она вот не помнит. Давай. Все в путем. Все в путем. Угу. И смотри, у нее две пальца и как не знаю. Да, ее так сделали. Смотрите, напомни на ее лицо вообще такая, да? Расстроенная, она ничего не понимает, что происходит. Давайте что с Лагатой. У Кейна для нас новое приключение, и судя по его анонсам, должно быть очень весело. Смотрите, друзья, приглашают ее, и как все знают, вторая серия, это новое приключение, они куда-то отправятся. Вау, а это построить, чтобы это было? Это сцена, да. Давайте посмотрим, куда Кейн их отправит. Супер, конфетный кавардак, да? Все верно. У королевства конфетного каньона похитили их самый ценный ресурс. Ага, видите, друзья, получается, в королевстве похитили самый ценный ресурс. Смотрите, вот такой вот. Слушаем, что они... Сироп специальный. Вы должны предать гнилых бандитов. Ага, вот такие бандиты. К сладкому суду. Целое королевство конфет звучит липко. Липко? Угу. Липкие. Ну, конечно, все сладкое, поэтому это липкие. Не то слово. Как звучит? Что это? Я не понял. Кто понял, напишите в комментарии. Боже, что у него с ногой? Не знаю. А у него вроде бы другая была нога. Друзья, кто помнит, какая у него была нога в первой серии, напишите в комментариях. Искусственный интеллект, папа, видите, даже есть в цифровом цирке смотри, ИИ. Это у него ухо. О, ага. Новый ИИ. Ты же не хочешь связываться как с новым ИИ? Как у попугая. А, да, нет. А где у них второе ухо, если
Наверное, одно. Джесс такой, как всегда, довольный. О, звучит весело. Так как он вообще, так как же вообще-то ходит? Получается, друзья, что они не все, да? Она отказалась. Ты думаешь по мне? Значит... А ты как этот... Как его там? А что Канго так смотрит? Ну, это у него маска такая улыбчивая. Это... Он так смотрит. Ну... Почему вы просто стоите? Он уже устал, но сейчас уже собрался отправлять. Ого, так быстро отправил, да? Короче, он даже не спросил, кто хочет, кто не хочет, а их отправил. Вау, а что они с глазами? Ух ты, бульбашки. Ничего себе. Нет, спасибо, я пытаюсь бросить. Друзья, никогда не курите, это вредно для здоровья. Кэнди Каньон, вообще красиво, друзья. А смотрите, какой Соник. Вау. Все сладкое, все такое классное, шоколадное. Кто любит сладости, напишите в комментариях. Мы очень любим сладости, да, Денька? Шоколадные конфеты, морожка, пирожка. Ты что? Это много нельзя. Много нельзя. Заболит зуб. Да, но если по чуть-чуть... И представляете, щека надуется. Да, если много есть, не чистит зубы. Вау, вообще желейный такой. Знаете, когда зуб... Боит, щека надуется, курит. Да. Так, смотрим, что здесь происходит. А это похоже... А, видишь, они кидают сверху конфетти эти, да? А, это похоже ребенок, а это его папа. Ну, наверное. Ну да, по росту. Классно. Смотри, вафельные такие штуки. Ой, как красиво. Трубы. Ну, все сладкое. Угу. Представьте, как конфетти. Там все сладко, да? Конфетти еще. Вау, королёв, взгляни на замок, он потрясный. Так, у короля даже глаза прорисованы, смотрите, даже капиллярчики видно. Конфетные жучки. Все полностью из конфет, представьте, куда бы вы ни пошли, полностью все из конфет. Это разбили маску, а друзья. А он такой был. Да, он нечаянно его зацепил, он такой был рад, а теперь все время будет плакать. Вау, встречаем королеву, мы друзья. Мы должны быть храбрые рыцари, посланные богом, чтобы помочь. Ага, Кейн это бог у них, да, в этом королевстве, вы представляете? Боже, что так... с Кейном? Да, ну это у них бог такой, как высоко он стоит, что его так в этом королевстве знают. Там с катастрофой. Боже, какая... Это ужас такой, картина, это просто ужас. Это мы, мэм. О, видите, у нее колонны из вафель. Давай. Прекрасное у вас королевство, классный лайк. Вы мне уже нравитесь. Смотри. Они ему нравятся. Припомни, мы уже подружились с принцессой. Я не ребенок, не нужно меня. Во. Помни, не ребенок, друзья, сколько ей лет, кто знает, напишите, потому что ну, мы еще не знаем, сколько ей лет, и не догадались, и никто не, об этом не говорит. Так у нее не хватит пальцев, у нее только 4 и все. Ну так нам друзья могут написать, сколько лет ей, да? Жили о вашей миссии. Бандиты, что нас обокрали, использовали специальную автоцистерну, и мы решили, что лучший способ для борьбы... Ага, видите, бандиты, которые были, они, получается, а использовали автоцистерну, набрали туда сироп и увезли. И, наверное, посмотри, весь сироп забрали. Смотри, у него платье сделано из да. сифила. Ух ты, им сейчас дадут боевую фуру, друзья, смотрим. Какой ужас! Зачем они это сделали? Так это оно само ехало. Так само, ты видел, задавили этого ихнего персонажа. Ну, Джейс такой довольный. Насилие. Он так настроен здесь воевать, да? А смотри, он вообще интервьюет. С помощью этого ключа вы попадете в королевство, когда вернетесь до... Ага, а получается, они когда уйдут с королевства, потом они смогут открыть и попасть назад. Ну, я верю, вы не дадите ему попасть не в те руки. Положитесь на меня, ваше высочество. О, прошу, садите меня, Лу. Учту. Ее зовут Лу, друзья. Чурья спереди. Давайте рассмотрим машину. Смотрите, она такая вся сладкая. Это бананы, наверное, да? Помадка, конфетки. Ты что, бананы, это полезно, а тут и сладости. Ну, так сладости в перемешку. Боже, я гудок. Слабый гудок у нее, да? А смотрите, сидушки полностью у них, да, вафельные.
А что, когда он прыгает? А как он будет заходить? Я безоговорочно верю. Во, а что это у него такое? Какая-то кнопка. Смотрите, вау, как пончики, да? Это крутая машина, а смотрите, а цистерна у них как пирожное какое-то. И сверху, как эклер, сверху шоколадом залит, да? Ух, все, выехали они. А это, о, смотрите, друзья, это бандиты. Думаешь, твоя мама поправится, если ты видишь в этой деревне? А что такие ножи? Я уверен, что да. Ну что они едят? Ну, какие-то яйца, да? Да, яйца едят. Наверняка не узнаем, пока не вернемся в деревню. Ух ты, так они в цветочках окажутся. Научи меня всему, что знаю. Ага, получается, они украли сироп для своей Вау! Деревни. Вау, а кстати, у них 4 пальца. Угу. О, они увидели машину, да? Ой, не расслабляемся, парни. Кажется, за нами кого-то послали. Ну, машина у них крутая, мне нравится. Не, мне больше у да, них не, нравится. Не, это вообще такая, это боевая специальная машина. Ух ты, смотрите, друзья. А только... Какой пистолет, да? Крутой, да? Смотри, а это похож ученый на Нотелло. Нотелло, мне кажется, это нарушает какую-то конвенцию. Твое вечное нытье нарушает покой моих ушей. Давай веди, водила. Итак. Помню, вообще такая в шоке, куда я попала. Она еще не отойдет от сна своего. Уверена, что ты сможешь нам чем-то помочь. Может быть, когда догоним... Мы там могли играть агрессивно. Вот так. Ого, ну это вообще такой боевой заяц в этой серии. Джек! Что сделал, друзья? О, бедная, помню, смотрите. Что с ней случилось? Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Это такие смешные ноги. Она так растянулась, а ножки туловище маленькое стало, руки длинные. Она да, начинает обзываться, да? Вот клянусь, где-то тут лежала базука, но я никак не могу ее найти. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! По голове так пю и полетела. Куда его? Ух ты, смотрите, базука с этого. Она еще меньше. Сапогом, а смотри, она еще меньше стала, голова совсем увеличилась. А какая она смешная, смотри. Так мне голова вообще увеличилась. Ого, вы видели какая? А не в ту сторону отпустила руки, да? Ну, молодец, помни. Теперь у меня нет моста. Ну, это да, неудобно, конечно. И сейчас, помню, захотят украсть. Вау, смотри, этот юг похоже... Печенье, да? Печенье. Печенье-ромашка. Ух ты, он сбил его сапогом. А вы видите, что там шипы? Ага, смотри, он, да, прицепился. Об камень, баба. Об камень, бабэ. Такое приключение у него. О, смотрите, впереди шипы. Мои руки, ты виноват, а что у него с руками? Они ж были короче. Такие длинные руки он не может взять передачу. Нет, это только тот, который был сборник, да. А этот не тот. Смотрите, какая машина у них высокая стала. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы смотрите. Вот не хватает ему это маски, которая улыбается. А смотри, как эта рогата смотрит. Ну, Джекс вообще такой злой. Ух ты. Как будто ему делать нечего, да, он там просто развлекается. Ого, вы смотрите, друзья, что у них с головой? Сколько ножей? А это как волосы. А что у него глаза увеличились? Не знаю. Что? Нельзя их таранить, помни, все еще там. Толкнул. Джесс вообще настроенный воевать, да? Давай, будет круто. А что она так говорит? Она что, ходит где-то? Ага. А что она смеется? Ну. А посмотри. Сука искр, да? А давай дальше. Помню вообще в шоке. Начала обзываться. Помню, уже обзывается. Пусть я первую, да?
Ого! Ого! Вау, друзья, какие шипы, смотрите. Как? Хорошо, что он на бомбе в ногу не попал. Да, но машина у них вообще заряжена. Ого, смотрите, что он бросил. Якорь. А так смотрите, какой он дымный. А что на дымный? Спрашивают, а к чему-то якорь привязан? А теперь смотрите, друзья, а если он привязан к машине, что сейчас будет? Это будет авария. Не знаю. Ну так не спеша. Сейчас проверю. Ого! Вы видели? Она живая останется или нет вообще? Ого! Она живой осталась! Кошмар! Куда они летят? Ну хорошо, что Агата осталась жива! А, да. как Джекс так держится? А смотрите, он стоит на крыше и падает. Ему, наверное, вообще все равно. Видите, какой он расслабленный? Угу. Они попали в это, наверное, в сироп, да? В озеро? Или... Нет, это в шоколад. Шоколад, да? Ну давай смотри дальше. А как они дышат? Помни, бедненькая, смотрите, что с ней происходит. А как они будут дышать? Ну, а что происходит? Какой-то глюк, да? Ого! Куда они упали? А, получается, сама машина вверх улетела, видел, там где светло. А эти упали вниз. А те внутри, наверное, были, там остались. Вообще, какая-то матрица, куда-то они попали. Друзья, давайте смотреть, кто знает, напишите в комментариях. Ну, вообще, темнота, это глубоко, и вообще не попали сюда непонятно как, да? Как глюк какой-то был. У тебя свет побольше сделай, факелы прицепи, лампочки там прицепи, чтобы светло было. Ну, какая-то яма, да, вообще, куда они попали? Ну, похоже на яму. А где помни? Помни где-то пропало, да? Нет, помни осталась там наверху. Наверху осталась? Она же вроде тоже падала. Да, она не падала. Вау, смотрите, друзья, это ж матрица, да? Они... Это получается, смотрите, все персонажи, которые участвуют в королевстве в сказках. А что это у нее такое злото? Ну, не знаю. Смотрите, вот этот же этот слоник. Видите, у него волосы... И смотрины сделали. Вау, он себя увидел, друзья. Получается, это все персонажи, которые придуманные, их сделали, они здесь как эти, NFC, да? Или как правильно? NPC, во, NPC. Ну это же он, да? Это он или не он? Напишите в комментариях. Он, конечно. Он, да? Только он чуть-чуть таким цветом, да? Более розовый. Да нет, не он. О, а это кто? А кто это огонь? Вообще классно. Но это плохо, смотрите, получается, как бы, что он не настоящий. А кто это был огонь такой? Не знаю. А здесь у нас все персонажи, которые в самом цирке, да? Ну, не в цирке, вернее, а в королевстве в сладком. Потому что всех других я вообще не вижу. А что он так смотрит? О, вот помни. А ты говорил, наверху осталось. Вау, так упало. Так оно только упало. Не, оно что же туда провалило, самый низ? Интересно, помни, здесь есть или нет? Ага, нет, да, его, тут есть кто с сладким квесты, а кто в цифровом цирке, там нет. Угу, да, посмотрим, уже что рассмотрим. Я не знаю. Не знаю. Угу. Думаю, мы где-то под картой... Под картой, да? Картой? Почему тут нет тебя или кого-то из твоей команды? Вот это уже интересно, почему? А, он догадался, да, друзья? Кто вы такие? Он понял, что они настоящие, а они не настоящие. Что я? Видишь, полностью вся энергетика. Где мама? У тебя... А он помнит, что у него была мама, да? Есть мама? Разве она не должна быть тоже здесь? Я
даже не помню ее лица. Ну, видите, получается, что как бы у него в программе заложено, что у него должна быть мама, но он не помнит даже, как она выглядит. Смотри, у нее четыре пальца. Было ли хоть что-то? Миша, дальше воспоминаний нету. Получается, он все-таки придуманный персонаж. Один. Ну, смотрите, машина даже есть, да? Вообще круто. А че он дышит? Вау, смотрите, какой здоровый этот персонаж, да? А че он так дышит? А он нервничает, ему так плохо. А ему плохо? Я хочу, чтобы ты рассказала. Расскажет или не расскажет? Вот это непонятно. Что я на самом деле? Я? Он, ты при чем здесь? А, вау, смотрите, что здесь происходит, друзья? Это сироп? Да. Вау, вынырнули. Все живы, здоровы. Класс. Нет. О боже, бедная Помни. А как она дышит? А как они дышали? Танец недолго там, они так нырнули и вынырнули. Бедная Помни, а что насчет бедных нас? Бедных нас. Она теряет нас от участи жирного пацана из Вилли Вонки. Из Вилли Вонки. Кто смотрел Вилли Вонка? Напишите в комментариях, потому что там можно много-много кушать, а потом стать таким. Вау! Кто это такой? Это шоколадный монстр. Ага, вы помните, вот мы только что смотрели, что его придумали, он там есть, и вот он вынырнул. Глаза меня не обманывают. Вкусненький подарок из ворот королевства. Такое, что а он любит. А он любит вкусняшки, да, получается? Так что, он не видит их? Пожалуй. Ну, еще, наверное, не видит. Воу. Конфеты, мы не то, не другу. Видишь, она начинает его быстро уговаривать, что они не еда. Ой, ты не хочешь нас есть? Ты не хочешь нас есть. Ну, это хороший ход, да? Смотрим. Вы не конфеты? Есть что-то сделанное не из конфет. Супер, им повезло, потому что не конфеты он не ест, да? А ты? Конфеты ем. Ну, мне всегда а что это? Меня зовут Помадка. Это Помадка, друзья. Он из шоколада, сладкая посмотри, Помадка. Посмотри, он слюнянил шоколад. У него слюня из шоколада. Наверное, вкусная слюня, да? Раньше жил в стенах королевств. Ух ты, он жил там вместе со всеми. Представьте, друзья. Но меня изгнали. Вау. Вау, а у него глаза выйти. Да, а что его изгнали? Принцесса после того. Вау, а это похоже на Бови. Ага, ну слушай. Я съел слишком много вкусненьких горожан. Он граждан съел всех, представьте, очень вкусненьких. Так же ж нельзя делать, ты если живешь с кем-то, значит ты же должен же его уважать и не трогать. И были такими вкусными. Иногда я все еще слышу их крик. Ого, ты, вы представляете? Ну давайте послушаем. Вы слышите, как кричат горожане, когда он их ел? Это ужас. Боже, это звучало как убийство. Да, это ж убийство уже. Разве это убийство, если тебе вкусно? Ответь-ка мне. А в этом есть смысл. Нет! А Джесс его поддерживает, он какой-то нет, вообще злой сегодня. Может, оставишь это мне, пока я не начал думать, что твои волосы похожи на лакрицу? А лакрица вкусная, а тип может напасть на него, да, этот зверь? А ты что у него с волосами? Ух ты! Что он с волосами делает? Ну да. Мистер Помадка, вы как? Ну так, хлопчик! Ну сейчас я думаю, он договорится, чтобы он их спас. Видите, он не такой. Да, он не благородный, да? О, так у него был ключ. А где он ключ взял? У него забрал. Смотрите, он забрал. А зачем ведро одел? Супер. А, смотри, он думал, что они пришли его освободить. Да, ну давай смотри. Это я. Все, что от вас нужно, так это помочь нам придать суду парочку грязных бандитов. Супер. Вообще классно он придумал. Молодец, да? Ого. Ого. Что случилось? Я не понял. О, сразу бандиты. Смотрите, да? Я видел, как мне жнец побегнул. Что? Это что сейчас было? О, смотри, она сняла. Она пока вместо голове было ведро, ничего не видела, да? А что она задумала? Ну, она хочет, наверное, машину толкнуть, да? Давай, Помни, ты сможешь. Сломала, да? Сломала, не получилось, да? А он вообще в депрессию упал, смотрите, друзья.
хочет помочь. Ага, все, он уже. Эй! Ну ты давай. В нет. Нет. Как ответил, нет. А еще, смотрите, у него язык фея темный. Ну давай. Хочешь поговорить об этом? О чем поговорить? Он уже это все понял, я да, друзья? Я просто не хочу оставлять тебя здесь. Почему нет? Почему нет? Кто я знает? Я место. Я ничто. Это может показаться странным, но... Ну, получается, он понял, что вообще все вокруг него это не настоящее, да? Это цифровое все. Смотрите, у него вот тут наоборот, тут реснички и тут реснички. Угу. Это мне знакомое это чувство. Она что же так перевоплотилась, может, да? Не прям такое. Она же была девочкой, настоящим человеком, а потом чувство, стала таким, помни стала. Вполне норма. То есть люди даже в том мире, откуда я родом, испытывают то же самое. Но... Пытается, в общем, его уговорить, а переубедить, да, друзья? Угу. Ты же все еще переживаешь за свои принятия наверху, да? Они же-то живы, смотрите. Ну, какая разница, какой ты? Если ты чувствуешь, видишь, слышишь, ходишь, ты живой, правильно? Поэтому надо и действовать так само. Уверена, и они беспокоятся о тебе. А те вообще не догадываются ничего, я только он знает. Что у нас будет, когда вы уйдете? А что будет, действительно? Никто не знает, что будет. Никто не знает. Но ты не обязан быть. Не обязан. Она пыталась его переубедить, что можно быть добрым, да? Вот он был типа по программе злой, а можно быть добрым. Да, Денька? Цирк. Место, откуда я? Ну, на самом деле, я из другого места. Но... А с какого места? Кто знает? С цифрового. А до этого она была вообще человеком, да? А что она, что на руку делает? Что там у нее с рукой случилось? Ничего. Может, он сможет задержать? Ага, смотрите, друзья, она предлагает ему, чтобы он был у них в цифровом цирке. Если вам нравится эта идея, ставьте лайк, напишите в комментарии. Интересные, по крайней мере. По крайней мере. Может... Она сейчас сама, я думаю, не поняла, что там в том цифровом цирке. Смог быть там кем-то настоящим. Интересно, он согласится или нет, друзья? Как вы думаете? С чего ты как ты думаешь, Женька? Какая тебе от этого? А чем ты говоришь? Ну, он согласится к ним перейти в цифровой цирк? Наверное, я думаю, да. А я тоже думаю, что да. Да. Ну, помни, Витя, она добрая. Она всегда хочет только помочь. Что-то так себя чувствовала. Но я ведь даже не настоящий. Да какая разница, ты же разговариваешь, ты живой. Я приживусь. Конечно, приживешься, уверена, да? Уверена, что приживешься не хуже, чем я. И мне. Ну представьте, у них будет новый персонаж, друзья. Не помешал бы, друг. Друг. Странный. Супер, друзья, смотрите, она ей получилось его переубедить. Думаю, можно. А что он надел шляпу? Ну, он всегда в шапке. А, в шапке? Я решил, что не говорить об этом парне. А, видите, он хочет скрыть, чтобы парни, это его друзья, не знали, что они не настоящие. Они парочка шустрых паршивцев. Я не хочу ломать им жизнь. Вообще круто, молодец. Ну да, там есть смысл. Ну что, будут они выбираться, получится у них или нет? Кстати, как тебя зовут? Ганику. Ханик, да. Настолько же тупое имя, как Руха. Так зачем тупого сделали, если там сзади стена? Не знаю. У тебя есть идеи, как вытащить нас отсюда? Я не знаю. И никто не знает, как выбраться. Может воспользоваться глюками из колеса и грузовика? Получится или не получится? Почему вот так? Ну, она так думает, да? Я правда не знаю. Как думаешь, Денька, получится или не получится? Я думаю, получится. Вау! А что она за руль села? Она что, умеет водить машину? Да. Пойду методом научного тыка. Нет, она говорит методом научного тыка. Если не будет... Вау, смотрите, такая... Рычаг. И сделали с этим... Вообще нет. Вообще супер, друзья. Ну, давай попробуем. Она умеет водить. Ух ты, смотри, какие штуки внизу. Она умеет водить, представляете? Ого, смотрите, за какую скорость они поехали. Ой, а что у них с глазами? А это ж такая сильная скорость, что их аж расплющивает. Ага, видите, они с самого дна на самый верх выезжают.
круто, конечно. Ставим лайк, друзья, ставим лайк, чтобы они выбрали, чтобы у них получилось. А что она улыбается и губы надулись? Не знаю. Все, видно свет, это уже по-любому они выиграют, да? Так. Я класс. Смотрите, они убедили его, да, и он им помогает. Он в надежде вернуться в государство, королевство. Знаешь, у меня так кутился. Ага. Смотри, диван такой мягкий, сладкий. От кто его на него ведро надели? Чего не показали? А он же ведро на нее одел, она потом на него одела. Они упали куда-то или типа того. О, смотри, споймали этих бандитов. Я не могу сказать наверняка, но определенно. Раньше босс не исчезал с клоунами. Ну так, они теперь ищут босса, да? А босс, сейчас вспомни, наверх. Новенькая. Что ж, это беспокоит. Ну, при самом худшем сценарии мы всегда... Чего не снимает? Не знаю, может у него головокружение, когда он по озеру плывет, чтобы не смотреть. Меня волнует больше, что у нее очередной ужасный опыт. Кажется, она все еще сильно расстроена. О, так смотрите, как... Они сейчас упадут. А почему она расстроена? Что-то я не понял. Сейчас они упадут. А, видите, после вчерашнего. Вот смотрите, друзья, в самом начале, когда была это сон у нее, да, и она ничего не помнила. Это что-то случилось. Очень такое серьезно. Она говорит, плохой опыт. И мы это еще не поняли, что там было. Я не думаю, что я ей особо нравлюсь. А, видите, а не нравится, потому что когда она падала вниз в самом начале, а они как бы плохие это слова были, а да? А что они это все не едят? Тут же все съели. Не знаю. Все же сладкое. Сладкое. Ау, да, я удивлена, что ты это помнишь. Помнишь, что? Ой, смотрите, у него. О чем они разговаривали? Они в отдельной руке, да? А. Я, кстати, это все время смотрел, не видел его рук. Что там произошло? Вот, второй грузовик, и вот... Ух ты, второй грузовик они увидели? Да, нет, стоп, точно нет. У них же только один грузовик, а это, наверное, помню, да? Угу. Вау, вот это вот, приземление. Смотри, как-то тает. Смотрите, два грузовика. Смотри, как бомби сделать. Вау, сколько... Ой, ой, так, а вот это у них путешествие было. Во. Фу. Фу, что он такой держит? Шоколад. В порядке? Что случилось? Да, я Фу, что он туфли? Супер, да, друзья, смотрите. А что он туфли ему вымазывает? Что он вышел? Где мы были? Все пошло не по плану, да? Вообще классно, друзья, да? Лучше не знать. Раз последний знание. Такая красивая, конечно, у них планета, все такое красивое. А почему тут два грузовика плохиши? Получается, смотрите, во втором грузовике тоже сироп. Фу! Это же сироп волшебный. Фу! Чё он моется? Я надеюсь, вы не против, чтобы мои ребята отвезли его. А как она не затонула? Потому что она богата в стол шапки. Угу. Смотрите, вообще классно получилось, друзья. Они ж воровали не за то, что они прям такие плохие здания, они воровали для своей деревни. Вау, представляете? Сейчас, подожди-ка. И один поедет в деревню в ихнюю, а один в королевство поедет. Смотри, да? Наверное, где-то тут они видят такой... Я неимоверно разочарован. Джесс вообще такой расстроенный, разочарованный. Может, прок смерти жестокой будут в следующем приключении? Ага, смотрите, друзья, это нам уже говорят, что будет потом скоро удивительный цирк 3. Да? А что надо? Ну, он сильно расстроенный, он хотел там блокбастер устроить, чтобы такое все там стрелялось, ломалось. А у него как бы все такое мирно произошло путешествие. Да. Он вместе с нами вернется в цирк. Супер, смотрите, друзья, она его убедила вернуться в цирк, да? О, а так можно? Да можно, можно. Его мир, он... А дух ей не возобьется и возовет. Не знаю, посмотрим. И уничтожит. Того, чтобы просто не, ну помню, классно придумала, да? Эй, мило с твоей стороны. О, давайте уже. Джесс только еще не привык к помне. Он считает ее такой, как бы, не особо своей еще, да. А тут еще новый персонаж появляется. Это дурацкий грузовик, дурацкое королевство, что ли?
Вот, друзья, смотрите, вернулись они в королевство, привезли грузовик, и теперь королевство... Так как они перенесут, если они такой большой? А, перенесут. Да, они же ключ был, они же вернулись. О, смотрите, друзья. Все, они сделали свою миссию. Вау, их отправляют назад. У него лучше из мандарины сделано. Да. Именно этим мы и займемся. Она думает, что они будут его пытать. Ну, они же не говорят правду, что они будут его как бы как друга взяли. Слышите, что случилось? Эй, похоже, я все-таки не зря оставил ворота открыты. А, он ворота открыты оставил. Наверное, это чудовище, да, с сиропа озера. Заходит опять сюда, вовнутрь, и, наверное, он опять их начнет есть. Но это мы, я думаю, увидим в третьей серии. А чего? Я думала, он мертв. Ты все равно это сделал, ну? Короче, он что-то сделал, поэтому мы 100% ждем продолжения. Что ты сделал? Он хитрый, да? И быстро отекать в цифровой цирк. Супер. Друзья, вернулись они назад, боже, что? Смотрите. А что я глаза увидела? Да, Кейн рады, смотрите. Это не мои маленькие стойкие гамбургеры. Значит, это и есть цирк, да? Ну, ему понравился. Выхнуть можно? Кажись, один из этих проскользнул. А Кейн, смотрите, думает, что он просто проскользнул вместе с ними. Он еще даже не знает, что это их не друг. Стоп, чё? Кейн его забрался и... уничтожил. Друзья, кому было жалко, напишите в комментариях. Вот мне его жалко. Жалко. Мы думали, что он будет новый персонаж. Стой. Помню, вообще расстроилась. Кошмар, да? Я понимаю, что вам нравится ваша NPC, но если я перестану понимать, кто человек, а кто NPC, кто знает, а чем он вот так свинул? Ну, кто-то так думает. Боже, что он? Что он? Красиво, да? Что с ним? Ну, помню, вообще очень расстроилась. Смотрите, она сейчас его убедила так, сюда вернуться. Так бы он был бы живой. Ну, она смеялась. Да, это такой нервный смех. Ей очень жалко. Бедненькая, да? Ну, Акен быстро текает. Ну, сделал и текает. А что это отзывы там? Не знаю. О. Блин, я думала, он никогда не выйдет. Так как он ходит с этой ногой? Ага, смотрите, сейчас она будет ее успокаивать, наверное. Ну, ты хоть попыталась? Может, он вернется в будущих приключениях? О, видите, может, в удивительном цирке 3 будет уже... Опять он появится. Знаю, Кейн любит иногда повторно использовать NPC. Ну, как бы нормально, да? Да, у него глаз один делается еще. А что она подготовила, друзья? Смотрим внимательно. Эй, может, хотя бы присоединишься к похоронам Кауфма? Видите, к похоронам. Это у них, это, клоун, что-то с ним случилось. Нам нравится устраивать небольшие панихиды в память о людях, которые рассеялись. Смотри, Кейн. А он рассеялся, да? Это пришлось немного отложить из-за твоего прибытия и всего такого. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы почтить их. Ну, давайте посмотрим. Ну, видите, вначале мы пропустили это, что случилось. А это его котина. Да, да, клоун. Получается, клоуна больше не будет, очень жалко. Он, наверное, превратился окончательно в этого злого, в черного, да? Угу. И уже не смог перевоплотиться назад. А теперь это, получается, вспоминаем начало, да? Всегда кажется, что готова к этому, но потом мы ставим фото и... Вот. А она уже давно видна. Это видно уже не первый такой. Я уже не могу сдержаться. Жалко клоуна, конечно. Да, рассказывают лучшие истории с ним, как они проводили время. А, так смотри, это его дом. Да, это они вспоминают, как они вместе дружили. Очень жалко клоуна. Кому жалко, поставьте нам комментарий, лайк за него. Так что это? Чего он снимает? Не знаю, какая-то штучка. А теперь помню, смотрите, что нам показывают, друзья. Что получается, он перевоплотился, напал на нее и затягивал тоже в эту, в пропасть. Видите? И друзья ее спасли, смотрите. Вытянули оттуда. И она поняла, что она... В самом начале перемотайте в самое начало, когда она слышала другие как бы слова. Ой, что она чего-то. Да, что она не нужна. Оказывается, она нужна, и она обрадовалась. Поэтому так смотрите, очень хороший конец. А его нога этот цвета поменялась. Да.
Так закончился удивительный цирк. Друзья, ставим лайк. Кому понравилось, кому не понравилось, тоже лайк. Очень круто. Пока-пока.